Так, вот такая столешница, которая была у этой кухни. Я думаю, все вы такую видели не раз. Ну, они самые доступные, самые дешевые. Будем переделывать. Такой у меня сейчас здесь бардак. Просто. Уже все, спина отваливается стоять над ней. Вот пока что она вот так. Чуть-чуть надо подождать, чтобы она... Уже время... 0:58. Короче, час ночи. По-любому час ночи. И я жду, пока она загустеет. У этой смолы время работы с ней 3 часа. Поэтому... Да, надо подождать, когда она загустеет, чтобы можно было с одной стороны снять, и она вот так вот стекла красиво. Вот, но надо подождать. Но с одной стороны, с других не надо, чтобы стекало, только с одной я хочу.